Один із організаторів громадської організації «Невероятна Білорусь» на Черкащині у відеозверненні, яке записали працівники СБУ Черкаської області, засуджує повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Незважаючи на активну пропаганду РФ, свідомі білоруси вдаються до аналізу і реального сприйняття подій. Сьогодні я хочу обратитися к моїм согражданам, білорусам. Ви знаєте, що 24 февраля цього року Российская Федерация совершила предательское нападение на территорию братского нам государства, Украины, на наш братский украинский народ. Очень жаль, что наше белорусское руководство предоставило территорию моего государства, нашего белорусского государства, для совершения этого акта агрессии. Я знаю, что нас миллионы белорусов, которые против этой войны. У нас там родственники, у нас там друзья. Нас много чего связывает с Украиной. Мы всегда были миролюбивыми в отношениях. Мы всегда была для нас Украина самым дружественным и близким государством. К сожалению, сейчас все эти связи рушатся. Не так давно Александр Лукашенко в интервью японскому журналисту сказал, что нельзя наказывать людей за призывы остановить войну. Ну что ж, давайте проверим, насколько крепкое слово у белорусского лидера. Отвечает ли он за свои слова, раз нельзя наказывать. Давайте вместе, дружно будем писать в органы власти. Давайте активно в соцсетях поддерживать наших братьев-украинцев. Давайте собирать гуманитарную помощь, отправлять и помогать. А главное, мы должны затребовать, чтобы немедленно с территории Беларуси были выведены все российские войска. Мы не можем больше терпеть того, что с территории нашего государства уничтожается мирное население Украины. Александр Григорьевич, я понимаю, у вас не такие стальные яйца, как у Владимира Зеленского, но я думаю, что все-таки вы могли бы, как минимум, не участвовать, если уже не можете конкретно объявить, что вы против этой войны. Слава Украине! Живе Білорусь! СБУ вкотре звертається до білоруського народу. Не піддавайтесь на провокації Російської Федерації. Не ставайте загарбниками і вбивцями заради інтересів Кремля.